В Волгоградской области избрали меру пресечения для подозреваемых в убийстве охотников. В списке жертв местный егерь и сотрудник Генеральной прокуратуры. Напомню, 24 ноября под Волгоградом обнаружили сожженную машину с телами трех человек. Эксперты установили, мужчин сначала расстреляли, потом переехали на автомобиле, после чего тела сожгли прямо в легковушке. В тот же день подозреваемых вычислили и задержали в ходе спецоперации. Предполагаемые убийцы скрывались в одной из деревень. Во время обыска в доме обнаружили более 10 единиц стрелкового оружия, а также поддельные документы и несколько мешков с марихуаной общим весом более 170 килограммов. На данный момент свою вину в содеянном признал лишь Новиков. С его участием проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он подробно рассказал о событиях и конфликте, произошедшем 24 ноября 2013 года. Второй подозреваемый Александр Агеев от каких-либо комментариев категорически отказывается. Следователи выяснили, мужчина более 13 лет находится в федеральном розыске по подозрению в разбойном нападении. Все задержанные арестованы.